Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. В рамках реализации социальных проектов на адресную социальную помощь нуждающимся гражданам Тувы в 2017 году направлено более 15 миллионов рублей. Особенность проектов заключалась в том, что с оказанием того или иного вида социальной поддержки одновременно предусматривались меры по выходу граждан из сложной жизненной ситуации и преодоления социального иждивенчества. Так, около 600 участников губернаторского проекта «Корова-кормилица» и более 2000 семей участников проекта «Социальный картофель» имели возможность улучшить свое материальное положение или же развивать личное подсобное хозяйство. На реализацию этих проектов из бюджета республики было выделено около 23 миллионов рублей. Незанятым 130 участникам проекта было оказано содействие в трудоустройстве. Три женщины прошли профессиональное обучение. Более 800 многодетных и 200 неполных семей, получившие в помощь семена картофеля и овощных культур, смогли собрать в среднем около 300 килограммов урожая. Кроме того, помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг и покупке угля, безусловно, являлись ощутимым подспорьем для 700 многодетных семей. «Красноярскстат» опубликовал предварительную оценку численности населения Тувы на начало 2018 года. По предварительной оценке, численность постоянного населения республики на 1 января 2018 года составила 321 597 человек и за год увеличилась на 3047 человек. В Кызыле проживает 117 042 человека, в городском округе города Ак-Довурак 13 587. Человек. Среди муниципальных районов наибольшая численность населения сложилась в Кызылском и Дзонхемческом районах. Окончательная оценка численности постоянного населения на начало 2018 года будет опубликована в марте. Заработная плата среднего и младшего медицинского персонала в Туве в 2018 году будет на уровне среднего размера заработной платы по субъекту – врача выше в два раза, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Тувы. Средняя заработная плата врача из расчета 200% от средней заработной платы по региону в 2018 году составит чуть больше 56 тысяч рублей, а среднего и младшего медицинского персонала составит более 28 тысяч рублей. При этом специалисты планово-экономического отдела регионального министерства здравоохранения подчеркнули, что размер заработной платы каждого отдельного врача будет зависеть от его квалификации, сложности объема и качества выполняемой им работы. С учетом всех индивидуальных начислений врач может получать как больше, так и меньше целевого значения. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 29 копеек, евро 69 рублей 85 копеек. Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 10 февраля в Доме народного творчества. В Ак-Довураке сотрудники полиции по горячим следам раскрыли разбойное нападение. 27 января в отдел полиции города Ак-Довурак поступило телефонное сообщение от подростка о том, что двое мужчин в масках забежали в магазин, расположенный в доме напротив. При проверке сообщения установлено, что двое мужчин, закрывшие лица шарфами и капюшонах, проникли в торговую точку. Распылив газовый баллончик в лицо продавцам и угрожая предметом, похожим на пистолет и ножа, нападавшие заставили их лечь на пол. Перепрыгнув через прилавок, один из мужчин похитил дневную выручку в сумме около 2000 рублей из кассы, заставил продавцов снять ювелирные украшения и отдать сотовые телефоны. После совершения преступления мужчины скрылись в неизвестном направлении. Прибывший на место преступления в составе следственно-оперативной группы эксперт-криминалист изъял из магазина следы рук и обуви, оставленные нападавшими. Также в ходе
ходе осмотра близлежащей территории полицейские обнаружили ножи и газовый баллончик. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». При допросе мужчина дал признательные показания и пояснил, что умысел на совершение указанного преступления возник у него и его знакомого во время совместного распития спиртных напитков. Полицейские установили, что мужчины совершили разбойное нападение на магазин в целях хищения имеющихся там денежных средств. Полицейскими задержан второй подозреваемый в разбойном нападении на магазин в Акдовураке. Мужчина пытался выехать за пределы республики по чужим документам, но был задержан полицейскими на посту Шевелик. Задержанный 30-летний житель Акдовурака, ранее судимый за совершение тяжкого преступления, пояснил, что направлялся в город Новосибирск на постоянное место жительства с целью скрыться от правоохранительных органов. На посту Шевелик сотрудниками полиции пресечен факт незаконного оборота крупной партии наркотических средств. На стационарном посту для проверки был остановлен микроавтобус марки «Мерседес-Бенц», перевозивший пассажиров по маршруту Кызыл-Красноярск. В ходе проверки и досмотра транспортного средства полицейские под чехлом крайнего пассажирского кресла заднего ряда обнаружили и изъяли полимерный пакет, внутри которого находилось 149 фрагментов вещества прямоугольной формы с явным признаками наркотического. Во время разбирательств был установлен владелец изъятого вещества, которым оказался 30-летний житель села Арык-Узу Улукхемческого района. В ходе проверки полицейские установили владельца изъятого вещества, которым оказался 30-летний житель села Арык-Узу. При доставлении в полицию состоящий на административном надзоре ранее судимый мужчина дал признательные показания о том, что изготовил наркотические средства в 2017 году с целью последующего сбыта. Согласно справке об исследовании экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Тыва, изъятые 149 фрагментов являются гашишем массой более 411 граммов. В настоящее время следователям возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». В Туве 1 февраля стартует запись будущих первоклассников в школы. Заявления в школу могут подаваться как лично родителями, так и через портал госуслуг, что значительно сэкономит время. Однако запись первоклашек с помощью портала госуслуг будет доступна только тем жителям, чьи дети проживают на закрепленных за школами территориях. Определяется порядком записи в образовательную организацию согласно закону об образовании. На муниципальном уровне мы уже сделали распоряжение, где распределены все участки. То есть у нас было распоряжение, было сделано первое в 2016 году, и в этом году мы его дополнили в связи с введением нового образовательного учреждения, это лицея номер 16. Поэтому на сайте департамента по образованию и в каждой школе имеется распоряжение, где расписаны все полностью участки микрорайонов города, к какой школе они относятся. Для записи ребенка в школу родителям понадобится пакет документов. Для подачи заявлений в электронном виде заявителю необходимо зарегистрироваться на едином портале, получить личный пароль и логин для доступа в раздел «Личный кабинет пользователя». Для записи в первый класс необходимо иметь прежде всего прописку родителей в городскую и прописку ребенка. Для поступления в школу директор школы берет копию свидетельства о рождении ребенка, копия предоставляется паспорта мамы или папы с пропиской городской и с регистрацией ребенка, справка с места жительства в обязательном порядке, копия медицинского полюса обязательно, копия СНИЛС обязательно. Вот и медицинская карточка. Но медицинскую карточку не обязательно сейчас, на данный момент времени, если не пройдена комиссия. В следующем учебном году в Кызыле предварительно ожидается более 300 первоклашек. 9-я гимназия города – одна из тех образовательных учреждений, где число желающих записать ребенка в первый класс увеличивается с каждым годом. На текущий учебный год, 2018-2019 год, у нас запланировано 6 первых классов. Численностью в каждом классе по 25 человек. В прошлом учебном году, на 17-18 учебный год, также было запланировано 6 первых классов с численностью 25 учащихся, но, к сожалению, у нас не получилось. Мы открыли 10 классов, пришлось нам открыть 10 классов по 30 учащихся.
Информацию о том, в какой школе закреплено место проживания, можно узнать на сайте Департамента по образованию Кызыла или же непосредственно в самом образовательном учреждении. К нам относятся какие улица Лапсанчапа, Байхакская, Левобережные дачи, территории, которые находятся за Байхакской, да, за судом. Если родители хотят отправить ребенка в школу, которая не закреплена за улицей, на которой они проживают, то подать заявление в образовательное учреждение они смогут только с 1 июля. При этом обязательным условием является наличие в выбранной школе свободных мест. Ко Всемирному дню борьбы с раком поликлиники города Кызыла станут доступнее для желающих пройти обследование. 3 февраля в субботу жители республики приглашаются на консультацию в поликлинике города Кызыла в рамках акции, посвященной Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается ежегодно 4 февраля. Чтобы пройти обследование для исключения или раннего выявления онкологической патологии, не требуется предварительной записи. Все желающие могут прийти в поликлинику, захватив с собой паспорт, страховой полис и СНИЛС, или просто взять карточку в регистратуре и пройти на прием к терапевту, узким специалистам. При необходимости пациенты получат рекомендацию на дополнительное обследование на базе Республиканского онкологического диспансера в любой рабочий день. Министерством здравоохранения Тувы и врачами-онкологами не первый год предпринимаются меры для раннего выявления рака и его профилактики, в результате которого ежегодно растет показатель раннего выявления злокачественных новообразований. Отмечается, что по итогам 2017 года рост этого показателя сохранено 9 жизней в сравнении с предыдущим периодом. С начала 2018 года борьба с онкологическими заболеваниями входит в комплекс мер, предусмотренных проектом «Пути к долголетию». Спонсор выпуска прогноза погоды – отличные наличные. Надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В Кызыле переменная облачность, ночью небольшой снег. Ночью минус 32-34 градуса, днем минус 23-25. На дорогах гололедица. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма.